Всем привет! С вами девчонка 01. Играем в Warface. Точнее, сейчас будем играть, я надеюсь. Сейчас загрузится. Да. Загрузился. Давай, загружайся. Загружайся. Ну, что-то не знаю, решил я пробежать тренировочку, пока никого нет. И пока что-то мне показалось, что здесь какие-то тормоза. О, вот, и компа. Еще тогда вы че? Пора положить этому конец. Корпорация Blackwood держит это. Так, ну вроде неплохо. Постарайтесь ослабить наших врагов. Построено осталось. Так, опа, опять рекомпа. Это что за фигня? Так. Нет, ну вроде проходит урон. В последнее время что-то очень с уроном, вообще бред какой-то. Так, куда? Меня что-то уносит, как-то я... Меня протормаживает, или мне кажется. Так, ладно, хорошо. О, рекомпа, да вы чё? Это что? Да вы что? Да что за такое, блин, э? Так, отлагала я, нет? Вроде да, надо сейчас так. Ага, так вот. И... Не знаю, что-то бред. Так, вот. Ой. Я еще настройки мышц что-то поменяла, что-то и меня... Так, нет, ну... Нормально пробивается вроде. Так, идем. Куда идем мы с питочком? К ботикам. Ну, кажись, все отлагало, все прошло. И мы бежим, куда мы бежим. Так, нет, не поняла, что это сейчас такое было? Что это сейчас? Так, стоп. Так, кто у нас такой меткий? Щиточек, ну, реферальт, значит. Потому что... Да что за... Нормально. Поменяла настройки мыши, не могу довести вообще. Ну, то есть не то, что настройки, а кое-что в Windows там. Пару галочек. Потому как не во всех играх это подходит. Открываем, ключики, все у нас все есть. Пропуски, ключики. Ой, у вас мачете, боты. Ой, я случайно. Что там, полетело что-то? Так. Опять рекомпа, да вы что? Да... Не, я, конечно, не против трех компов, но только стоящих в моей комнате, а не вот на экране, пока я играю в Warface. Это же жуть какая-то. Никогда раньше не было так много вообще подряд, столько раз. Такого зависания с тремя компами. Но обычно оно раз, как бы, и либо ты вылетаешь, либо оно пропадает. А тут что? Что меня бьет? Куда? Где? Вообще не понимаю, что происходит. И, блин, да ты же двигайся! Да двигайся ты, дай ты ему под... Или я дала ему патрон. Или чё, нет? Я себе дала патроны, и что-то вообще бред. Да, офигеть. Просто супер, блин. Игра. О, опять. Куда? Я вроде успела нажать, меня отодвинули так. А, ну, да, все готово. А
Опять стрелкомпа, да вы что, издеваетесь надо мной? Ну просто офигеть, я поиграла сейчас, короче. Просто... О, молодец, чувак, мозголом хвалю, дай 5. Так, вот, да вы куда, блин, откинула аж. Жопа, называется жопа. Да. Ну, у меня такого, блин, да никогда не было такого. Что с чем? Проблема, чего опять они там наделали, да... А куда идти? Вижу. Стрелок убит. Пошли. И я торопиться не буду, потому что я сейчас где-нибудь просто пойду вперед, залагаю, и меня просто прибьют. И... Да что ж ты будешь делать опять, трикомпа? Еще раз, да вы ж... Да блин, вообще игра... Да. Слов у меня просто больше нет. Сейчас просто, наверное, начнется мат уже. Ладно, я буду просто им тупо... Да я даже патроны дать им не могу, у меня 3 компа. Так, что, где, куда опять меня понесло? Опять 3 компа, опять понесло. Ну ладно, пусть... Да, опять 3 компа. Я сказать, пусть убьет, нет, спасли. Они реально не понимают, что у меня по полно лагает. И да, медик, дай хоть полечи, раз подняли, раз спасли. Я еще повоюю. Активировать быстрее эту штуку нафиг. Откуда не возьмись, 4 по... Да, не появись, потому что 3 компа. А, нет, я активировала, да, С4. Больше всего нравится надпись. Да иди, ты же ж вашу, ты... Блин. Ё-моё. Да. Опять. Ну вообще весело. Я поиграла сейчас. Вообще прям, прям просто там. Класс опять. Да, так весело мне еще не было. Так весело я еще не играла. А в Warface где? Кто? Что? Что? А, ты меня что ли? А что ты меня стреляешь? Ты скажи по-русски. На тебе. О, успела дать, пока нет 3 компов. А успела достать патроны. В принципе, миссия моя выполнена, и больше я ничего не успеваю. А, да не лагаешь ты так. Эть, успели. Я успела. Так. Что вообще жуть? На 5 3 компа. В принципе, хорошо, что, по-моему, да, я нажала записать. И да. Ну, я иду пока. Пока что я иду. Иду. Иду нормально. Ну, правильно, конец миссии. Что тут зависать? Смысл виснуть в конце миссии. А не, вот 3 компа. Надо сделать новый конкурс. Посчитайте, сколько раз было. Да, 3 компа. Да. Весело я, конечно, поиграла. Вообще супер. Прям вообще, прям, да, прям, я не знаю, это игра года была сейчас. Да, не, ребят, я с вами, я вообще никуда больше не пойду, на легкую тем более. Я еще там что-то кого-то убила, надо же. Еще не показалось, что я вообще все мимо. Хотя, может, мне просто не показывали, в это время у меня было 3 компа, а бот все-таки мне как-то засчитывался. Не знаю. Честно, не знаю. Ну, в общем, вот так вот я поиграла в Warface.
Да. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, если у вас бывало такое же. В общем, подписывайтесь на канал и, в общем-то, удачной безлаговой игры. Услышимся.